Ребята, мы купили новый игровой монитор. Ну, конечно, монитор просто монитор. Сейчас Саша его будет проверять на битые пиксели. Да, так что у меня теперь будет нормальный мониторчик. А то меня тут захейтили, что у меня доисторически квадратный. Ну, я говорила, что это временно. Пока купим новое. Ну, а где мы покупали? У нас вот в Нижнем есть такой магазинчик. Пока они оборудовали систему работы свою, установили всю дистанцию, потому что все в масках. Маски выдаются бесплатно, стульчики все убрали. Так что, ребяточки, скоро с вами поиграем во что-то интересное. Если, конечно, Саша у меня его тоже не отожмет. Как мой предыдущий. Точнее, его предыдущий. Саша, что ты делаешь? Подключаю питание. Подключаем питание. Кстати, монитор у меня теперь с колонками, ребята. Раньше у меня не было колонок. Да, такой маленький вроде бы, но при этом классненький. Еще мы купили как бонус клавиатуру мне и беспроводную с мышкой, а то количество проводов в нашем доме это просто какой-то кошмар стал. Кот начал в них путаться. Да, сейчас проверим набитые пиксели, чтобы экранчик был гладкий и для глаз было все хорошо. Набитые пиксели на разных цветах. Ребяточки, это специальная программка, запускаются разные цвета на компьютер и смотрятся битые пиксели. Битые пиксели это черненькие, которые не окрашиваются ничем. Ну, беленькие. Ну, беленькие, либо черненькие. Так. Сейчас у меня монитор просит выбрать язык. Так, смотрим. Мне тебе помогать ищем. Надо? Да, вроде пока сам вижу. Это хорошо, что ты сам видишь. Видишь точки, нет? Если видишь, не то... знаю. Вот это что за точка? Вот тут. Не вижу. Маленькая такая. Вот на голубеньком не, видно было ее. Вот что это? Не знаю, может быть. Бита. Ребят, вы видите? Нет, она точно есть, на разных цветах проявляется. Вот, и вижу опять ее. Либо у меня перед глазами мушки летают, либо все-таки битый пиксель. На желтом вижу. Вот с моей стороны может тебе встать, если ты ее не видишь. Ну да, похоже, есть. Один есть, да? Зеленый есть, сиреневый есть. Ну, ой, жесть какая. Здесь можно, в принципе, не смотреть, но... Не, вот на белом есть. На белом видно. То есть на белосветлом только видно? Да, я так понимаю, он черный. Да, вот он, маленький. С моей его угла видно. Короче, ребята, это, скорее всего, означает, что мы возвращать будем, потому что битые пиксели опасных может быть еще больше потом, со временем. Менять, вот. Если плохо видишь, встань на мое место. Ну что, ребята, вердикт простой. Мы его возвращаем. Посмотрим сейчас, есть ли новые, чтобы обменять. Если не обменять, значит просто возвращаем. Потому что мы нашли еще два битых пикселя. Эх, увы и ах. Рано я радовалась, называется. Так что, скорее всего, под заказ придется ждать нам еще денек-два. А ты не помнишь, там их много было, нет? Ну, были. Ну, может, сейчас поменяют.